Добрый вечер. Сейчас несколько слов я скажу о данном мотоцикле. Это Honda Pan European 1100. Мотоцикл 94 года выпуска. К сожалению, это версия без ABS. Бывает в эти года мотоциклы с ABS, но это вот без ABS. Пробег 58 тысяч километров, два оригинальных фирменных ключа с эмблемой. У данного мотоцикла был один или два собственника, там бумажный бриф первичный. Судя по состоянию тормозных дисков, охотно верится, что пробег оригинальный. Оригинальные кофры. Сразу хочу сказать, что маятник здесь не гнилой, без дыр. Сейчас попробую показать это. Высокое стекло. Начну с переднего колеса. Резина 12 года, без трещин. Не скажу, что дубовая. 12 год. Значит, вилка сухая. Пыльники без трещин. Не рваные. Состояние радиатора здесь тоже видно. Для 94 года вообще в идеале. Так, значит, передние диски. Остаток померил штангенциркулем. 4,5 мм толщина при допустимом остатке. 4 мм. Колодки перед. Процентов 70-80 остаток. Вот, сейчас их видно на видео. Так, задний тормозной диск толщиной почти 7 миллиметров. Колодки здесь надо менять. Их прям, не знаю, совсем прям чуть-чуть, пару миллиметров. Диск они еще пока не грызут, но поменять надо. А, маятник хотел показать, маятник. Сейчас попробую показать маятник. Надеюсь, видно. Вот там вот сверху это просто грязь забилась. Не промыли керхером. А снизу без ржавчины. И без дыр, соответственно. Частая проблема у этой модели мотоциклов. Здесь это отсутствует. Так, центральная подножка тоже есть. Так, заведем. Глушитель оригинал. Yeah.
очень мало топлива, поэтому загорелась красная лампочка. Для тех, кто не знает, значит, зеленая лампочка – это нейтраль, боковая подножка, и, соответственно, загорелась лампочка топлива. То многих людей пугают наличие каких-либо лампочек на панели. Из косметических недостатков какие-то мелкие и два заметные царапины на крыле. Есть одна. Вот здесь явно это, видимо, от кофров. И здесь все в целом без каких-либо внешних нюансов. Также в наличии сейчас есть ВФР 800 2000 года с пробегом в районе 52 тысячи километров. Он с эвросной книжкой. Так что, если кому-то интересен ВФР, пожалуйста, звоните. Как всегда, хотелось бы сказать, что у нас есть доставка по Москве, Московской области, если вдруг боитесь ехать. Сразу после покупки можем доставить, можем отправить транспортной компании в регионы России. Стоимость доставки до своего региона уточняйте на сайте транспортной компании. Вбивайте параметры, габариты. Все параметры можно найти в интернете. Длину, вес. Вот, рассчитывайте стоимость доставки до своего региона. Также установлены армированные тормозные шланги. И сзади тоже армированные шланги. Вот такой мотоцикл. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Будете в курсе наших новых поступлений. Сможете первым приехать на осмотр, зарезервировать, приобрести интересную для вас технику. Ссылку на нашу группу ВКонтакте я оставлю под этим видео в описании. Пожалуйста, вступайте, подписывайтесь также на YouTube канал. Всем хорошего дня, до свидания.